Як ти човника назвеш, так на ньому й попливеш. Завжди цікаво, чим керуються музиканти, коли називають свої колективи. От Квін, усе ясно, групи нібито й нема, а вона все одно королева музичного Олімпу. Або Rolling Stones, уже давно пенсія за ними сумує, а вони котяться собі і котяться, міцні камінці. Або ж ласковий май, травень закінчився, настав квітень, і де ті хлопці? Українська група Tabula Rasa існує вже давно, а й досі для багатьох чиста дошка. Надто багато загадок і білих плям в історії злетів і падінь. Але це цікавіша для нас тема. Як перекривляють ті назви недолугі організатори або не надто грамотні фанати? Ну, буває ж таке, ім'я незвичне, заграничне, то як почув, так і сказав. Іноді таке виходить, на вуха не натягнеш. Лідер гурту Tabula Rasa Олег Лапоногов на прохання нашої програми розповів про кумедний випадок. Ой, нас пригласили в 91 году, пригласили сделать невеличкий тур по городам Западной Украины. А эта фирма, ну они как бы не города, а маленькие и поселки там были, температура минус 20, преддверие Карпат, не предгорье, предгорье Карпат, да? Не предгорье, предвкушение, ну в общем, недалеко, предыстория моя такова. И, короче, Коломыя, вот всякие маленькие городки, минус 20 температура, скрипит снег, звезды большой величины, и, значит, вдалеке Карпаты, свежий воздух, тихое украинское село, крыши, дым, буфет где-то тут работает, ну вот, и в клубе, значит, устраивала это все фирма, которая называется «Покуття». Ну, он так быстро говорил, рост где-то 1,85 м, такой круглый весь, здоровый, но очень добродушный. Я так, ну что-то говорит, и это так быстро говорит, тараторит, не понимаю, фирма «Покуття», вот так, а потом аплодисменты, и выходит, ну, а сейчас «Покуття», для вас «Покуття», организует, и выходит артист, и наш выход следующий, а потом, и он такой, а он объявляет всех. Не, ну, практически всех артистов. И потом до нас, как очередь не дойдет, он перепутает все время название. Ну, вот забывает, у него вылетает из головы. И он когда последний, то ли, или последний, предпоследний концерт, на улице холодно, а здесь тепло, но свежий воздух там. Ну, а мы в клубе где-то выступаем, трещат доски, выходим так. Фирма «Покуття», и теперь заслуженные ваши... А потом так раз стоит, а потом засыпает. Хлопцы, все время забываю, я к вас теплотрасочки. Спасибо. Тільки ж не вздумайте тепер називати Tabula Rasa теплотрасою. Хлопці одразу здогадаються, звідкиля ноги ростуть. Вони й нам не дуже хотіли розповідати, але ж перед нашими журналістками не встоїш.